конечно, все, что заботятся о нас. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо. Очень благодарны. Каша очень вкусная. Каша очень вкусная. Спасибо большое. Спасибо от души благодарим. Честное слово. Я говорю это самое. Очень спасибо большое. Спасибо. Все вылетим, все вместе. И он скажет, ты кушал гречку? Очень вкусная, Каша. Очень вкусная. Спасибо большое. Пошли. Всего доброго. Спасибо, что кормят кашей. Хорошая каша. Благодарю всех, кто вот это придумал, всех, кто дает вот эту вкусную кашу. Я готова кричать в большой эфир. Спасибо всем, и кто приготовил. И вам большое спасибо за ваше внимание. Всем-всем спасибо. Если бы не эта каша, я не знаю, как бы выживали люди. Я тем более. Спасибо большое-большое всем. И тем, вот, кто выдает, и кто готовит, и кто привозит. Всех благодарю прямо от чистой души, от чистого сердца. Очень вкусно и горяченькое. И хлебушки, кусочки вкусные. Благодарим вас, Господечка, чтобы вы охранялись, и чтобы нам хоть немножко, хоть что-то было. И, Господи, поможи вам, Господечка. И охрани вас, Господечка, и помоги. Спасибо. Это вот корреспондент, или чего, или бать, да? Да, если хотите что-то сказать, пожалуйста. Пожалуйста. Ага. Я хочу выразить благодарность тем людям, которые любят Господа, которые любят помощь людям оказывать. Нам очень трудно сейчас, очень всем людям просто-таки не дают пенсии не дают. Не дают нам еще, не восстанавливается у нас, крышу все разбили, двери, окна. И мы, я сейчас живу в общежитии. В общежитии тоже не мед. Приходится нам платить везде и всюду. Вот. Но нам еще помогают и Россия, и Украина. Красный Крест дают. Мы еще живем неплохо. Будем жить вместе с друзьями, те, которые любят Господа. Все. Так, это такое мое маленькое интервью.